Всем доброго времени суток, с вами снова Диман Спарта, и мы остановились на том, что мы пошли в шахту, которая вела из моей шахты. Это, конечно, бред, ну ладно, продолжим. Пожалуй, что я в этой шахте пока еще до конца не разобрался, но по эту сторону, походу, было бесполезно идти, да, зря. Ну, ладно. Хотя меня раздражает, что эти уроды воют. Ну ладно. Так. Я где-то видел, по-моему, еще путь в шахту, когда бродил кругами. Тут было два пути. Или я хоп осветил. Хотя если как-то забраться повыше, по-моему, там будет еще кто-то. Так. А гравия тут офигеть сколько. Бомс, бомс. Нет, блин. Кто продаст диск за один у нас? Написать. Нет, это была глупая идея. Ну нафиг. А вот здесь. Здесь тоже глупо. Если были стоны, рыки, значит это тут должен быть. Стоп, уголь. Блин, один нафигово. Так, пожалуй, мы вернулись домой. Сейчас отнесем полезные ресурсы домой. Ну, это где-то не столь много. 24 уголька. Блин, вот у меня такой вопрос. Вот что сделать с таким количеством редстоуна? Конечно, вы свои предложения можете написать, но, пожалуй, идеи только давайте разумные. Ну, просто, знаете... У меня его, да, согласен, много, но все же его надо использовать по назначению. У меня есть, конечно, такой вариант. Я покажу вам только его один раз, потому что я запарюсь это делать постоянно. Вот у меня есть вот такая вот штука. Упс. Я забыл. Мне нужен поршень. Вот он, поршень. У меня даже их два, то неплохо. Сейчас. Так. Аккуратненько. Черт. Мне нужно так поставить поршень, чтобы он... Так, рычаг. Вот, смотрите. Вот это упрощенное, я даже сказал, не упрощенное, а самая примитивная схема генератора обсидиана. Вот смотрите. Ложим мы редстоунскую пыль. Тут, по-моему, что-то так сделано, что лава течет довольно-таки медленно, но если в течение 8 секунд вам делать нефиг, то, пожалуй, вас это устроит. Вот мы добыли. Точнее, мы получили. Сейчас добываем. Вот и все. Вот такая простая система. Всего лишь вам навсего нужно от силы блоков 20 каких-нибудь. Главное, не воспламеняющих, если у вас нет плагина на антивозгорание, или вы играете в обычную игру. Ну, или вам нужно будет... Точнее, не или. И вам нужно будет по блоку лавы и воды. Пожалуй, это... С лавой у вас чуть-чуть проблем будет, а с водой у вас никогда не настанет проблем. Так, у нас уже готово тут. Да, все равно, пожалуй, если у вас будут какие-то идеи, что с этим сделать,
Я, пожалуй, попробую сделать с этой редстоуном. Только учтите, что ресурсов не настолько у меня много, чтобы их разбрасывать налево и направо. Я вас только предупредил, чтобы подавали разумные идеи. Надо все сюда скинем. Так, хавчик себе оставим. А обсидиана добавить сюда. Ну уж, в принципе, скоро второй портал смогу сделать, но мне это не нужно, пожалуй. Так. Так, надо залезть на башню. Нет, нам все равно на башню надо залезть, мы вверх. Вот что я, блин, не продумал, конечно, я сделал так немного глупо. Каждая лестница идет по-разному. Так, вроде как игроков рядом нет. Были, видно. Потому что там вскопано, я не трогал. Вон там вскопано. Хотя, может, это уже было давно. Так, сейчас полдень. Значит, я не знаю. Точнее, я пойду куда-нибудь. Но чтобы куда-нибудь пойти, мне нужны хорошие вещи. Значит, так, блин, спуститься не могу. Вот. Я, пожалуй, себе сделаю один железный меч. Так. Ну, нет, уголь я с собой брать не буду. Это, конечно, нормальная штука, но тратить на всякую ерунду тоже не хочу. Так, доски сюда скидывал. Палки пускай будут, железный меч. Ну все, можно сейчас пойти прогуляться. Ну, пожалуй, сейчас мы приостановимся на данный момент. Не знаю, просто. Там, не знаю, просто пока приостановимся.